Ну вот ответ Татьяны после его писем мне бы хотелось предоставить вашему вниманию. Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела? И так смиренный урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. И я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость смиренной девочки любовь. И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор? Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда вы имели хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера — что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, встретила я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянью моей. Счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна.